Встреча с финалистами четвертого сезона республиканского проекта «100 новых лиц Казахстана» прошла в Алматы. В этом году победу одержали 30 успешных и молодых лидеров. Среди них 9 алматинцев. Каждый из них внес вклад в развитие и процветание не только родного города, но и всей страны. Проект прошел в рамках празднования 30-летия независимости нашей страны. Среди новых лиц страны алматинка Мадина Ашилова. Многодетная мама является талантливым журналистом, доктором PhD, общественным деятелем и руководителем клуба путешественников. Среди 3000 участников проекта Мадину заметили сразу и включили в список победителей 100 новых лиц Казахстана. Я понимаю ту ответственность, которая на меня сейчас возложена, то есть быть не только успешной в своей деятельности, а быть деятельным патриотом своей родины, но и быть примером для молодых казахстанцев. То есть я хочу показать, что неважно, сколько у тебя детей, неважно, какова твоя семья, большая или маленькая, ты всегда можешь идти к своей мечте, если она у тебя есть. Вот, это как бы основной посыл, с которым я участвовала в этом конкурсе. Республиканский проект реализуется с 2017 года. Всего в нем участвовали больше 7 тысяч человек. И только 193 казахстанца самых разных профессий стали новыми лицами страны. Победу в проекте одержали люди, которые своим талантом сумели завоевать широкое признание жителей нашего города. Я уверена, что такие проекты внесут большой вклад в будущее нашей страны.